Всем привет! Вы снова на канале Аида Москва. В сегодняшнем видео у нас будет довольно-таки необычная гостья. Сегодня к нам в гости пришла моя соведущая, которую зовут Глафира Петровна. Глафира Петровна, спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам в студию. Глафира Петровна, расскажите, пожалуйста, в двух словах о себе, чем вы занимаетесь, откуда вы. Ну, в общем, короче, расскажите о себе. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Аида Москва. Меня зовут Глафира Петровна. Я соведущая Аиды на канале Аида Москва. Вот уже несколько раз я сидела в чат-рулетке. Несмотря на свой преклонный возраст, я люблю сидеть в чат-рулетке. Я люблю идти с молодежью в ногу со временем. Я считаю, что все люди моего возраста не должны сидеть на скамейке, смотреть Санта-Барбару, смотреть Рабыню Изауру. А все люди моего возраста должны быть современными и идти в ногу со временем. Ну и так далее, и так далее. Вот. Я живу в чудесном городе Москва, так же, как и Аидочка. Я пенсионерка, я всю жизнь проработала на заводе по производству косметических средств. Так что я бывшая заводчанка. Так что, Аидочка, если у тебя есть ко мне какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавай. Я с удовольствием на них отвечу. Глафира Петровна, спасибо вам огромное за то, что вы пришли в нашу студию, за то, что вы решили дать нам интервью. Я хотела вам задать такой вопрос. Это правда, что вы в свое время общались с самим Женей Кузиным? Да, я, конечно, тоже общалась с Женей Кузиным. Но я хотела именно узнать про ваш опыт. Да, Идочка, дорогая, это правда. Я действительно общалась с Женей Кузиным, с бывшим участником «Дома-2». Это было одним прекрасным днем. Я листала журнал «Дом-2». Перелистывала, и там на обложке был Женя Кузин. И я сидела в чат-рулетке, и мне попался Женя Кузин. Я ему говорю: вы представляете, я увидела вас на обложке журнала, и тут вы мне попались. Вот, там на обложке он изображен со своей бывшей женой Ритой, вот. Раньше она была Рита Агибалова, сейчас она, по-моему, Рита Марсо, если я не ошибаюсь. И вот я ему показала, и мне даже кажется, что я его этим немножечко даже растрогала. Мне даже кажется, что у него немножечко глазки стали влажненькие, что он даже немножечко пустил слезу, что мое вот это вот... То, что я ему показала, даже немножко его растрогало. Он, наверное, вспомнил свои былые времена на «Доме-2». Вот, так что как-то так. Ну, он очень приятный молодой человек. Он очень красивый, очень добрый. И если вы где-нибудь, когда-нибудь прочитаете что-то плохое про Женю Кузина, вы не верьте. Это все неправда, он очень хороший, он очень часто помогает людям, он очень помогает блогерам с особенностью здоровья. Так что я считаю, он замечательный человек. Вот, как-то так.
надеюсь, я ответила на твой вопрос, Аидочка. Ну, вот такое вот небольшое интервью у нас с Глафирой Петровной получилось. Если вам что-то еще интересно из жизни Глафиры Петровны, пишите в комментариях ей вопросы, и я обязательно, ой, точнее, Глафира Петровна обязательно на них ответит. Ну, а мы будем заканчивать наше интервью. Глафира Петровна, спасибо, что пришли. Ребята, спасибо, кто посмотрел это видео. Помогите, пожалуйста, моему каналу набрать 1000 подписчиков. Я всех люблю, всех целую, всех обнимаю. С вами была Аида Москва и Глафира Петровна. Так что ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Не забывайте о том, что на моем канале есть донатики. Все деньги пойдут на улучшение моего канала, качество моих видео. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. Всем пока-пока-пока.